Доброго дня, в ефірі програма «Це вас хвилює». В студії працює Ольга Бережна. Сьогодні до нашої студії завітали дуже творчі та креативні гості. Надія Сербул – головний режисер Миколаївського міського палацу культури «Молодіжний». Та Катерина Лелека – керівник студії естрадного вокалу «Талант». Вітаю вас у нашій студії. Сьогодні будемо говорити про фестиваль-конкурс талантів «Молодіжний старт», який буде проходити 2 червня у Палаці культури «Молодіжний». Тож розкажіть нам, що це за фестиваль і хто є його організатором? Фестиваль новий, свіжий, масштабний, креативний, молодіжний. Організатори Дворец культури «Молодіжний». Одним із організаторів є Федерація аматорських миколаївських театрів. К сожалению, наверное, для тех, кто сегодня услышит информацию первый раз об этом фестивале, прием заявок уже закончен. У нас уже набралось достаточное количество детей, поэтому вся подготовка идет уже непосредственно к празднованию фестиваля на улице, вернее, к части более-менее масштабного шоу, части, да, масштабного шоу на улице. Поэтому на фестиваль могут приходить не только дети, которые в нем участвуют. На фестиваль могут приходить дети, родители, потому что городской на праздник. Площади перед ДК будет во время фестиваля городской праздник. Это одна подия, и на самом деле будет очень весело. А чи вперше проводиться такий фестиваль-конкурс? Да, совершенно верно. В первый раз мы не рассчитывали на такое количество участников. Ровно наполовину. А сейчас больше 100 уже участников. Мы думали, хотя бы 50. Первый год нам будет достаточно. И мы как раз-то рассчитывали на такое количество подарков. Каждому участнику непосредственно в коллективе 10 человек, значит, 10 подарков каждому ребенку. Это одна из особенностей нашего фестиваля. Вот. Но мы даже немножко испугались, когда было большое количество. Поэтому к нам присоединился депутат городского совета Наталья Мандзюк. Она нас в последний момент очень сильно выручила. Она нам дала денег. Она поможет, чтобы каждый ребенок был получил. С кубком, с медалем, с подарком. И гран-при, конечно, будет большая статуэтка. Не тільки грамотами, але щоб ще залишилось на пам'ять. Такий ізюм нашого фестивалю. А скажіть, чи відрізняється цей фестиваль від інших заходів, які проводяться в Палаці культури? В Палаці якраз ми намагалися формат соблюсти непосредственно нашого дворца. Тому що ми на праздниках больших масштабних спеціалізуємося, і нам би хотілося, щоб і цей праздник, фестиваль, став теж великим праздником для миколаївців. Тому у нас буде дві площадки. Во дворце на большой сцене будет проходить непосредственно конкурс, а на улице, на летней сцене, на большой площадке перед дворцом будет большой масштабный праздник. Сцены, воркаут будет. Там можно увидеть, что хочешь. И кроме концерта у нас будет вечерняя дискотека. Это пока сюрприз, может быть, еще там будет что-то интересное. На дискотеке, возможно, будет еще один сюрприз, который точно порадует молодежь всю. Всю николаевскую молодежь. Конечно. То есть ярмарки, мастер-классы, самые-самые-самые различные. Да, тут мы уже говорили, рисование на витражах для деток, разукрашивание всяких фигурок. То есть никто не заскучает. Самое-самое модное – это вот гонки автоуправляемыми автомоделями, да, это тоже очень модно сейчас. Шоу от спортивного течения воркаутов будет со своим ведущим. Очень много аниматоров. Я думаю, что ни один ребенок не заскучает. То есть фотозоны, аниматоры, конкурсы будут проводить. У нас будут там разные ведущие, разные ивент-агентства. Поэтому будет весело. И будет что покушать. Мы всегда это тоже Николай. Голодным никто не останется, как на фестивале обычно бывает. Дети голодные с бутербродами. Не берите бутерброды. Для этого мы и рассчитываем уличную зону, чтобы дети, которые выступили на конкурсе внутри, они выходили на улицу и получали прекрасные заряды эмоций, настроений, веселья, и покушать тоже можно.
Детки, сладости. Мороженое там бесплатное. Я знаю, що у вас багато партнерів, так? Да. А скажіть, якщо пересічний громадянин буде йти і побачить там масштабне дійство, тобто він може завітати і подивитись і на фестивалі, конечно, і всередину зайти, так, і взяти участь. Да, да, у нас відкриті двері як самого конкурсу, так, а праздник ми робимо для Ніколаєва. Награждення буде на вулиці. Всі да. Ніколаївці зможуть побачити награждення на вулиці, хто побідив. Да, поэтому все на самом деле формат немножко не похож на другие фестивали. Открытый даже. Формат, открытый. Мы рассчитываем именно на то, что каждый, в принципе, человек может сделать свое мнение, каждый горожанин может прийти и посмотреть, правильно наше жюри оценивало или нет, и свое мнение выявить в этом случае. Ну, конечно же, скоро День защиты детей, поэтому можно так сказать, второй день празднования Дня защиты да. детей, все дети могут к нам и, идти. И тоже в этом году дворцу будет 60 лет. И как бы приурочено к этому тоже событию будет этот фестиваль. А 1 червня что будет отбываться? Для я не знаю, можно ли об этом говорить, но на 99% мы планируем это для своих воспитанников. Закрытие сезона, у нас будет пенная вечеринка на улице с диджеем, с МС. Мы любим да. своих воспитанников. То есть в этот день вы не присвятите там репетициям, а теж будете святкувати. У нас же тоже много детей в ДК. У нас несколько тысяч у детей, их поэтому порадовать. Для них первое число мы делаем в этом году для них. Угу. Дуже добре. А скажи теперь, яка вікова категорія учасників фестивалю? Ну, мы начинали от 6 лет до 21. Но очень большой спрос, начали обращаться к нам люди, хотят. Но хотят малыши. Поэтому... От 3 до 5, поэтому мы в последний момент решили, так как, в принципе, а почему бы... Любая номинация. Да, да, все рамки мы придумываем, почему бы нам их и не расширить, и не сделать бабе номинацию. Поэтому от самых маленьких. Да, да. А ось на фестивалі у вас буде і вокальний жанр, і хореографія, і оригінальний жанр. Заявок подано багато, ви сказали, але найбільше, на який жанр подано? Ну, сейчас поровну. Вокал. Хореографія вокала стала поровну. Это где-то... Було більше вокала, да, ну вот да, сейчас 40% у нас вокал хореографії, процентов 20 оригінальний жанр. Ми очень да, волновались, будет девочка, будет. Которая очень феноменально запоминает цифры, да? Да, да, да. Поэтому это будет интересно на самом деле. И циркачи будут, у нас будет воздух, гимнасты воздушные, поэтому мы не зря в нашем жюри будет специальный человек, который может это, имеет право это оценивать. Ну, до жюри мы перейдем пізніше. Вокальне та хореографічне мистецтво, це зрозуміло, ось оригінальний жанр. Які піджанри от, взагалі представлені? Тобто ви сказали, там і акробатика, і циркачі, це будуть діти зі всього Миколаєва, чи в основному це діти, які займаються у молодіжному? У процент всі тих дітей, які з молодіжного, дуже мінімальний. По-моєму, там 3 или 4 колектива наших. Как-то наші не особо пішли. Наших багато концертів, очень, дуже, і вони вже у нас, да, немножко... Вот, как раз-то діти послабились. Чужие, і з області є, по-моєму, Херсонська даже область є. Да, на самом деле весь Николаев, область, все слышали об этом конкурсе, поэтому у нас будут разнообразные гости. Оригинальный жанр цирк представлен, как взрослые, так и маленькие ребята. Что, значит, у нас театр мод. Есть это тоже, как один. Дальше девочка-спортсменка, каратистка будет исполнять программу под музыку. То есть, ну, так интересно. Дети покажут все свои таланты. Это самое главное. Приходите на конкурс. В Николаеве мало на самом деле вот мест, где бы проявляли свои таланты. Вот последнее время как-то уже слышишь больше о фестивалях, да, но на самом деле вот буквально 2 года назад мы страдали от того, что мы едем в другие, в чужие города на фестивали. У нас очень мало этих событий. Поэтому я надеюсь, что 2 июня всем запомнится и получат удовольствие все дети, потому что они продемонстрируют свои таланты. Не просто продемонстрируют таланты, а их всех отметят, обязательно будут какие-то, у нас будет даже жюри зрительских симпатий, которые выберет, это будут студенты, да, ну, естественно, творческие, которые вот выберут зрительских симпатий коллектив. Постараемся максимально, чтобы все были с призами, с дипломами и получили удовольствие, особенно когда они после своего выступления на фестивале выйдут на улицу и видят это море удовольствия, то мы надеемся, что мы подарим праздник настоящий детям. А сколько вы уже готовитесь до этого свята? Мы планировали где-то сначала с декабря.
Потом отложилось, и тут последний момент, практически в первых числах апреля. Мы все думали, что для такого проекта нужно дольше выдавать основу с начала учебного года. Очень много было таких идей, которые мы, в общем... Мы боялись. Да. Мы их вообще, если честно, половина сейчас все-таки отложена на следующий раз, потому что мало времени. Но мы максимально стараемся, да, чтобы все было хорошо. Да, заявить себя первый раз мы должны тоже громко, чтобы на будущее к нам уже шли с удовольствием. Даже те, мы рассчитываем, что это будет всеукраинский. В будущем мы рассчитываем на всеукраинский фестиваль. Великі у вас грандіозні плани. Питання до вас, Надія. Скажіть, а чи допомагаєте ви як режисеру з дітям втілювати їхні там задуми, мрії? Там, можливо, хтось хоче там яскравий відеофон чи танцювати з колективом? Ну, у нас одна из фишек, так скажем, нашего фестиваля, чтобы все были в равных условиях, как жюри должно очень справедливо судить, так и все в равных условиях. Конечно, хотелось бы нам всем сделать условия самые лучшие, чтобы они показали себя в самом лучшем детке, в самом лучшем виде. Вот. Но все-таки мы рассчитываем на то, что все были в одинаковых условиях. Ну, пока поэтому, просто не обращались, да. Как я понимаю. Да, не обращались. Ну да, с одной стороны. Какие-то такие условия создали, пока всем подходит, потому что сцена хорошая, экран на сцене есть. Да. В принципе, все условия хорошие, звук у нас будет прекрасный. Поэтому... Мы поможем, с удовольствием. Угу. Есть крепление для воздушников, да, цирка, да, это вообще редкость. Где такое у нас в городе? Практически нет. Екрану да. У вас є. Да. Так, зрозуміло. А тепер давайте поговоримо про людей, які будуть оцінювати конкурсантів. Це журі. Да. Хто ходить до складу, ну, чи які визначні? Із вокалістів це заслуженный деятель искусств Олег Юрьевич Кедис, вокалист, очень хороший преподаватель вокала, он будет у нас в жюри. Александра Казакова, известная певица, участница «Голоса Украины». Людмила Васильевна Сергеенко, преподаватель по вокалу. С большим опытом. С большим опытом, да. То есть у нас в жюри будет как молодежь, да, так и люди с опытом, для того, чтобы вот... Ну, действительно справедливый баланс. Да, вот был это, баланс, баланс и было справедливое решение жюри. Денис Мисанчук, Денис известный Мисанчук, певец, да, артист филармонии. Он, я его очень люблю. Он будет, на мне кажется, академический больше вокал оценивать. У нас даже жанровость будет своя, чтобы это тоже все было очень справедливо. Хореография, ну, конечно, без Захарова. Я считаю, что Захарова, наш директор, один из лучших хореографов в Николаевской области. Очень таких известных, она будет также председателем жюри вообще всего жюри хореографического будет Алиса Зайцева, это известный хореограф, который когда-то она организовала, представляла команду Николаева на Майдансе в Киеве, был такой проект большой хореографический, она будет председателем жюри, ну и хореографического жюри. Дальше у нас будет Мирлянов. Да, Светлана Краснова. Да, это тоже народный жанр, и эстрадный, и современный. У нас каждый тоже в жюри 5 человек. У нас будет 5 человек вокалистов, 5 человек хореографов, 5 человек, которые будут оценивать оригинальный жанр. Оригинальный жанр вот Дмитрий Захаров. Да, это известный. Объездил полстраны. Полмира, да. Разных цирковых аренах выступал. Он воздушный гимнаст, он и танцор. Это практик, который на самом деле может оценить работу воздушных гимнастов, циркачей, потому что он во время своей практики по всему миру он имеет право оценивать. Наш Никифоров Анатолий, руководитель театра, он очень справедливый, и плюс он владеет силовыми видами спорта, он тоже может оценивать, если у нас будет какой-то претендент в такой номер, ну, как представлять силовой, то же самое карате, и так далее. Из вокалистов будет еще вокалист и продюсер музыкальной группы Артем Бадалов, тоже очень талантливый человек. То есть к жюри мы подошли серьезно к этому вопросу. Продюсер потому... будет присматриваться. Тоже можно, да. Новые проекты в мыслях и, возможно, да. А дуже багато учасників перед виходом на сцену починають хвилюватися. Скажіть, що ви можете побажати чи дати якісь рекомендації? Як себе опанувати, так і дуже добре виступити.
Если с вокальной точки зрения, то я думаю, что все волнуются, даже известные звезды волнуются за сценой. Просто самое-самое-самое главное, это, конечно же, верить в себя, потому что ну, вот эти комплексы, неуверенность в себе, детки часто на конкурсе смотрят, кто лучше, кто хуже выступил. Мне кажется, нужно верить в себя, все талантливы по-своему. И поддержка родителей, поддержка руководителя, потому что где-то человек может даже совершить прорыв. Очень часто бывает на репетициях гораздо хуже выступает, чем когда он выходит вот под воздействием адреналина. Очень большую отдачу дает публика, которая в зале находится, поэтому мы приглашаем всех николаевцев прийти в зал, посмотреть, поддержать ребят, помочь им выступить самым лучшим образом. И вот лично мой совет – я до самого такого ответственного события представляю себе, что оно уже прошло. Что вот оно уже закончилось, и я, как свободная птица, вылетаю уже со сцены, представить себе. И оно немножечко снимает стресс, так что это мой совет конкурсантам. Як миколаївці могли дізнатися про цей фестиваль? У вас була реклама, афіши, так? Максимально на радио, на радиостанциях самых различных звучала реклама. В соцсетях, в принципе, тоже все знали, везде была рассылка макета об этом фестивале, положение, заявочка, все можно было увидеть на сайте, была информация. Ну и, конечно же, вот многие интернет-издания нас поддерживают, спасибо, НШТВ, кто Николаев еще? Тоже Николаев, размещал. Да, спасибо. Деле, нашим тоже. Партнерам спасибо. Причем совершенно вот люди поддерживают наши инициативы, и мы очень рады. Спасибо, Николаев принимает нас с удовольствием. Радио «Рід на вулиці» звучит на полную с этим роликом, поэтому... Все слышали, и участников действительно оказалось больше, чем мы ожидали, но мы рады, мы всем рады и всех ждем. Ну, але якщо хтось побачить наш ефір і ось захоче подати заявку, то вже... Нет, на следующий год. На следующий год, потому что мы уже подали делать, ну, макеты, мы уже практически заказали все грамоты, и дипломы, и статуэтки, поэтому здесь уже завязано немножечко вот... Да, до 10 мая и количество подарков уже, увы... Но вы приходите как зрители, да, как зрители, смотрите, вам обязательно понравится, и в следующем году вы можете стать участником. Скажіть нам, а які колективи з Палацу культури молодіжної будуть? Усі будуть колективи задіяні? Ну, майже. Ну, у нас двухчасовая будет концертная программа. Я сейчас расскажу даже по таймингу. Угу. На улице в час у нас начинается игровая программа от игрового агентства Baby Boom. В 2 часа у нас будет хореографический от наша хорошая хореограф, руководитель коллектива Мария Сухопара. Она будет давать мастер-класс по современным танцам для всех желающих. Вокалист или оригинальные жанры и хореографии. И все, может, мамы, бабушки, дедушки, все, пожалуйста, приходите. Часовая программа. С 3 часов у нас начинается воркаут программа. Это спортсмены, ребята будут показывать свое мастерство. Вот такое тоже мастер-класс, скорее всего, это будет. И конкурсы, и призы. С 4 до 5 еще одно агентство. Ивент-агентство «Делюкс». Да, «Делюкс». Спасибо, будет. Да, Андрею Плетинскому. Он, на самом деле, тоже много предоставляет аниматоров. Он будет делать конкурсы, проводить для малышей, дарить подарки, поэтому... Да, игровая программа. Из 5 до 7 будет концерт, в котором участвуют самые лучшие наши коллективы с лучшими номерами. Дворец культуры молодежной будет показывать большой концерт. 7 часов, мы надеемся, что к этому времени уже все-таки мы подведем результаты, ну, подобьем результаты, мы уже будем знать победителей, кто будет около, ну, 7, в полвосьмом награждение, тоже приглашаем поддержать всех наших ребят. Вот. А потом, ну, насколько это возможно по времени, у нас будет... Пенная вечеринка, ну, может быть, не посмотрим, надеюсь, если да, то как по погоде получится, потому что и какие костюмы, согласятся ли дети в своих костюмах участвовать. Но мы бы хотели эту пену подарить всем под конец. Катя, а вы будете выступать? В качестве певицы, вы имеете в виду? Да. Пока что не знаю, потому что мы, как руководители проекта, на самом деле будем очень следить, контролировать, чтобы все было максимально хорошо организовано, да, чтобы все были довольны. А на самом деле это очень тяжело, потому что ну, у нас организовать что-то действительно сложно, чтобы было идеально. Но мы к этому стремимся. Поэтому, если у меня будет время, на это я обязательно выбегу на сцену еще.
Ну, ми надіємося на це. Ну, ви ж теж приймали участь у «Голосі країни», так? І ось багато дітей, наприклад, які подали заявку, вони, ну, звертають на це увагу? Чи звертались вони до вас за якимись рекомендаціями, там, яку пісню обрати, як заспівати, от щось в такому роді? Ну, це було пару буквально моїх ребят, знайомих, які спросили, стоїть ли йти на цей фестиваль? Я говорю, стоит, потому что, ну, не хочется это заявлять об этом пафосно, но говорю, ребята, стоит, потому что здесь думаем мы о вас, о детях, поэтому приходите. А все удивлялись тоже по репертуару. Все спрашивают, а на каком? Украинские песни. Почему-то дети запуганы там, что только на украинском языке, или вот какие-то такие рамки. Я говорю, любую песню, которая вам диктует душа. То есть... Им нравятся эти условия, что они могут прийти и показать, что они хотят, да, ту песню, которую они хотят представить. Поэтому мы их ждем. А якісь є особливі критерії для журі, для оцінювання, тобто там костюм? Конечно, в первую очередь, наверное, индивидуальность. Да, да, индивидуальность, да, совершенно. Оригинальность исполнения, душевность тут. Да. Рамок немає, чи українські, чи російські пісні, тобто вільний вибір. Англомовні, да, пожалуйста. Вони повинні проявити себе так, як їм комфортно, щоб дитинство на то і дитинство, щоб воно було без рамок. Даже нотку, дитёныш нотку не так возьме, но он настолько артистичний, вот всё. Это любимая песня. Поэтому я не думаю, что наше жюри будет оценивать там, если вдруг нотку не так где-то взял, и думаю, что в первую очередь будут оценивать талант, старание, мастерство, и если человек там где-то заволнуется, они это поймут. А на конкурсе музычные инструменты будут представлены? Увы, нет, пока но что. У нас в будущем есть в планах проведение инструментального фестиваля. Очень много задавали вопросов ребят, руководителей, когда в нашем городе наконец-то будет инструментальный фестиваль. Скоро будет. Планы грандиозные, да, у вас. Да. Скажите, ну... Цю програму будуть переглядати хореографи, вокалісти, будуть цікавити, що ви можете їм побажати? Ну, наверное, не останавливаться никогда, потому что мы творческие люди, у нас все бывает. Бывает, когда руки опускаются, бывает, когда мир против нас, бывает, все бывает. Не останавливаться, если это дело в вашей жизни, ни в коем случае не останавливаться. Работать над собой, идти к своей цели, упали, встали. Дальше. Да, совершенно верно. Люди творческие, это очень ранимые люди, поэтому... Ну, постараться не обращать внимания на какие-то жизненные ситуации и жить творчеством, то, что нас делает лучше, чище, любить и творить. Добавлю сложности. Да. Если вы не займете первое место, хотя настраивайтесь, да, на первое место, но если вы не займете, ни в коем случае это не значит, что вы недостойны этого места. В следующий раз, вот я тоже преподаю вокал, те же ребята на одном фестивале занимают гран-при, на другом фестивале их могут даже не оценить, потому что кто-то оказался немного сильнее, кто-то просто приглянулся, потому что жюри это тоже люди, да, они иногда, ну, вот судят максимально честно, но все равно где-то вот харизматичнее показался, да, вот этот, да, человечек. Да. Это совершенно не значит, что все, да, вы непригодны, все талантливы, все молодцы, главное верить в себя. Ви готуєтесь зараз до цього фестивалю? Скажіть, які у вас плани на майбутнє? Можливо, вже треба подавати заявки на якийсь інший наступний фестиваль? Ну, некоторые люди спрашивали, может, через полгодика мы еще раз сделаем? Нет, через полгодика у нас 60-летие будет Дворца культуры молодежной. Это в первых числах ноября, но мы, скорее всего, будем делать это в октябре, когда еще тепло, и это будет очень масштабное. Готовьтесь, Николаев. После фестиваля это будет праздник уже Дворца культуры. И если получится, если так звезды нам помогут, то где-то, может быть, в ноябре, в декабре, может быть, и сделаем фестиваль уже инструментального жанра тоже, от лошкарей до каких-то более сложных, ну, не сложных инструментов, ну, я имею в виду, что более других форм. Да. Це буде дуже яскраво, і бажаю вам успіху. Дякуємо, що були сьогодні у нас на ефірі. Спасибо. Розказали нам за фестиваль-конкурс. Я нагадую, що у нас в студії була Надія Сербул, головний режисер Миколаївського міського палацу культури «Молодіжний», та Катерина Лелека, керівник студії естрадного вокалу «Талант». До побачення, до нових зустрічей!